Двухмесячник по саночистке, озеленению благоустройству Мирного стартовал в конце апреля. Более 4500 горожан очищали город от накопившегося за зиму мусора и озеленяли закрепленные территории. Основной акцент коммунальщики сделали на вывоз мусора из частного сектора. На сегодняшний день по улице 40 лет Якутии, Некрасова, возле магазина «Андреевский» и дороги, ведущие к дачам в районе фабрики номер 3, мусор полностью убран. Освобожденные от хлама территории отсыпаны грунтом. Теперь там вместо несанкционированной свалки зеленые саженцы. На один месяц дал задание МПЖК, чтобы они в счет общего объема убирали. Но мы должны это организовать с Басанцовым, председателем сот огородника «Рудник», чтобы он уже заключал договор в дальнейшем. Установили и мусорные ниши. Для этого приспособили кузова от БелАЗов. Мусор сваливать, где вздумается, не получится. Нарушителей будут вычислять с помощью камер. Фиксируют все действия, которые будут происходить в данном районе. Поэтому к таким гражданам, конечно, будут применяться меры административного воздействия. Для физических лиц, чтобы было понимание, это штраф до 5000 рублей. Для должностных лиц это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф до 500 тысяч рублей, поэтому суммы серьезные. Стоит напомнить, что на городском полигоне мусор принимают бесплатно. Принимать бытовые отходы будут до октября. Людям дать привыкнуть, что это чистая территория, потому что времени прошло мало, неделя буквально, что вот очистилась вот эта территория. Надо его поддерживать хотя бы один сезон, второй сезон, и люди уже отвыкнут от той мысли, что здесь находится несанкционированная свалка. И, конечно, будем каждое лето открывать бытовые отходы, полигон бытовых отходов, и устанавливать такие же ниши вот на тех местах, где мы дальше будем выбирать на следующий год, через два года. Двухмесячник завершен, но работы по озеленению и благоустройству города будут проходить до конца осени. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».